Здорово, народ. Скачал сегодня VR-чат. Интересная программка. Это своего рода виртуальный чат, где мы общаемся с другими людьми под аватарами разными. Ну и первый свой контакт, так сказать, хотел бы показать сегодня вам с небольшим таким монтажом. Наслаждайтесь. Шайба-то огурец. Саймон! Саймон! Я не француз, я не француз. Здесь просто много. Блять, я вылетел, сука. Ну заметь, ну что, ты пиздец и долго заходил обратно. Бля, не знаю, зря мы не знаем эту тему, потому что это пизда как сложно. Ну... Ну я вот сейчас задумался, это реально сложно. Саймон, может, все, что я говорил, это все полный бред. Как бы здесь Саймон надо пробовать и искать. Не знаю, короче, сложно. Найдется. Че? У меня была первая девушка, она мне, блядь, с тремя одновременно изменила, прикинь. Вот было весело. Мне хочется плакать. Oh, hell yeah. И как ты после этого выжил? Братан, я охуел, я даже не расстроился, я просто охуел. Я такой, ебать ты, конечно, блядь, ебануло просто. Пиздец. Вот. Не знаю, как бы я себя повел, нахуй. Это было... Не, я, это было... Это было в Канаде или в Казахстане? В Казахстане. А, ну конечно. У меня там... А, ну конечно. Ну я там, блядь... Ну там, блядь, была история. Ну ладно. Была да всплыла, блядь. Да. Ну, блядь, ничего особенного, типа, 5-10. Ну, я про то, что, типа, ну, найдет, блядь, само найдет. Вот, ей-богу, само найдет. Не-не-не-не-не, типа, чего-то ждать и, блядь, чудо какого-то, нахуй, ну, это ты, чувак. Суровая жизнь такая, что ты просто останешься один, нахуй, и ебать. Да, не знаю, мужик. Пизды, блядь. Ну, я же серьезно, реально до пизды, блядь. Не, просто не в этом дело, я про то, что... Как-то оно все найдется, блядь. Да завали ёбль, блядь. Я тебе, сука, сам сейчас ёбль завалю канадскую эту хрень, блядь. Я про то, что вот, ну, вот ты сейчас будешь искать человека по каким-то критериям, по своим. Ну, не, даже если невольно, ты все равно будешь какие-то критерии свои выставлять. И ты найдешь человека, допустим, который будет соответствовать твоим критериям, но он как бы будет не твой человек. А тебе нужен твой. Он может быть, блядь, косой, бородатый, нахуй, блядь, у нее может быть горб, но она будет, типа, твой человек. Давай все, давай. Блять, ну твой в каком понимании? То, что она сама к тебе потянется? Ну даже дело не в том, что она сама к тебе потянется. Дело в том, что ты забьешь на все свои критерии, потому что знаешь, что тебе с этим человеком комфортно. И ты сам изменишься. То есть девушки на самом деле очень сильно меняют парней. Я согласен. Тебе не нужно становиться лучше, ты сам станешь лучше. Я согласен. Типа, невольно. А как же реалии? А реалии, реальность суровая штука. Блядь, все оно будет, и что тут думать, вот серьезно, блядь. Смотри, вот будет и будет, вот, будет и не будет. Как блядь говорят, блядь, если ты красивее обезьяны, то... За исключением... Hello, darkness, my old friend. Ну вот это уже другой вопрос. Вроде. Нет, ну типа прям совсем, знаешь, как, допустим, в пожаре у людей, еще что-нибудь. Это уже другое, это потому уже что, ну, другое. Все-таки на внешность обращают внимание. Да, внешность, это знаешь, такое дело. Ну, там тоже, у меня такое мнение по этому поводу. То есть не создавать ситуацию, а быть самим ситуацией, чтобы к тебе просто тянулись люди, и тогда ты уже как-то будешь... Будь самим собой. Если те будут тянуться, кому не надо, ну и хуй нам уже говорить. Смотри, мужик, я вот, блядь, сам собой, мне сам свой, блядь, мне вообще похуй. Ты поэтому я один, кому не подстраиваюсь, блядь. Пойду мне похуй. А ты ж моя слюшка, блядь.
Типа, знаешь, быть самим собой. Я себя представляю, как, блядь, охуенно в будущем супер-мега все заебись там, четко. Ну вот и все, и пусть так оно и будет. Если ты себя что-то таким считаешь, то и считай. В чем проблема? То есть каждому свое. Каждому свое, блядь. И, вот нету, вот, вот у меня нету таких слез, типа я там какой-то неполноценный, бля, я там страшный или тому подобное. Мне в принципе заебись. Я считаю охуенным, у меня еще все будет в будущем. А, ну вот видишь. Поэтому как-то себя нагружать, что у меня там кого-то чего-то нету или что-то у меня не так, бля, да нахуй оно мне надо, бля. Ну, помимо всего этого, присунуть-то хочется. Не, ну присунуть-то ясно, хуйня-то за. He wants a relationship or something, right? Kinda. He wants to find at least something like a soulmate, but well, the opposite gender, so female soulmate. Yeah, yeah, I know what he wants, like. But wait, like we could might help him. Like I might could help him because I've got like 10 Russian women's in my Discord, and we might be able to find someone for him. I don't know. I was just telling him that, well, he gotta be himself, and well, it will happen on its own. Like you don't even need to put an effort. It probably will, but like I don't know, dude. I mean, I've got plenty of Russians in my Discord, but he could have them. Like, because I'm not really interested in Russians or just Eastern stuff. I mean, we can ask him. I mean, I don't know how to ask him because you know my Russian is not perfect, and I don't know how to ask him. I'll ask him. Give me a second. You can ask him, dude. I can hear. Почему проститутки так же, как и у мужчин, которые хотят просто немного секса, блядь, и у женщин так же, которые хотят секса, блядь. Да, просто более открытые. Ты поебаться хочешь, или, блядь, девушку найти? Ну, если ты поебаться хочешь, вот тебе Санж. Я тебе Санжа даю на этот вечер, блядь. Профессионально наяриваю. Он хоть и жирный, но, блядь... Есть за что взяться. Да. Блять, мне тоже есть за что взяться за себя, нахуй. Ну нахуй там, блядь, девушка по бокам, нужна, блядь, ничего не надо, блядь. Да пизда, блядь, как от них избавиться. Почему вообще девушки, у вас есть такой? Все стрессы просто ебать. Я так уже 6 лет думаю, блядь, зачем мне девушки, у меня же есть руки, блядь. Тут пизда, какие руки, нахуй. Слушай, блядь, парень говорит, у него в Дискорде есть девушки. Ну, типа, если ты прям так отчаянно ищешь, то... Да не отчаянно я ищу, блядь. Все, ладно, все, успокойся. I mean, at least I offered it. Все? Well, still better than nothing. Ну, типа, знаешь, ты вот пытаешься донести какую-то мысль с кем-то, о чем-то поделиться, а в итоге получается какая-то хуйня. Я такой, ну, блядь, лучше бы я этого не говорил вообще. Ну просто мы сейчас хорошо разговариваем. Нет, другое дело, если тебе некомфортно. Да нет, ну типа я дохожу до какой-то истины и понимаю то, что ну, хуйню какую-то я все-таки сказал и не разобрался по сути. Это там ломас. Тебе не слышно, микрофон фоне. I've got 20 minutes left. Ты сам разберешься. Мы тебе на самом деле просто челики с интернетом. Да нет, спасибо, что разделили мысли. Здесь, кстати, вот охуенное место интернет. Ты можешь делать, что хочешь. Ты можешь, блядь, быть самим собой. Хоть ты педофил, хоть еще кто-то, блядь. Но, типа... Нет, ну, блядь, я не о том. Я про то, что... Ну, блять, ебать ты про педофилию здесь... загнал. Я даже ну, не знаю. Да, это я загнул, но я не это имел в виду. Так реально заходят педофилы, сука, общаются с малолетками. Пиздец. Не, ну это да, но я не об этом. Я про то, что. Ну. Я это даже один раз извинил. Что? Скажем так, некоторые челики, допустим, будут там стесняться, поддержать какой-нибудь разговор с лишней. Я не знаю, у них там какие-то, блядь, я тут. А здесь все, ну, никто ничего не стесняется, все спокойно разговаривают, поэтому очень спокойно можно поговорить с людьми очень хорошо. Да? Да. Да, Скайсик. Но время быстро летит, я, конечно, охуел. Я опять вылетел, блядь. На Украине. Сало уронили. Правильно.
Сало. Героем сала. Отдай сало! Кому сало отдать? Ну, а если вам понравилось мое видео и вы хотите продолжение, поставьте этому видео лайк, обязательно подпишитесь, напишите в комментариях, что вы хотите продолжение. Ну, и я займусь этим. I like it, get, get, like it, like it, like it, get, get, like it, like it.